Во второй серии сериала «Ланцет» сын Ладынина винит отца в смерти матери и переезжает жить к бабушке. В областной газете выходит статья, уличающая Ладынина в смерти пациента. Илья знает, что та операция прошла успешно, и отправляется в полицию, чтобы заявить о заказном убийстве. Там ему не верят, ведь согласно данным из больницы, мужчина умер естественной смертью. Однако Ладынин не верит предоставленной информации и сам пытается разобраться, кто погубил его пациента. Посмотреть очередную серию вы сможете 29 января.